Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем проходить где-то в Спейсе, да. В общем, вы поняли. Так, сюда, поехали, поехали. Я очень надеюсь, что мы закончили прошлый эпизод чем-то жестким, и в начале этого эпизода ничего жесткого не будет, правда? Я очень на это надеюсь. Кстати, а что у нас там по боеприпасам, честно говоря? Давай посмотрим. Так, ну что-то есть, чего-то есть, две аптечки есть, есть стазис-модуль, кстати, у меня пустой стазис на всякий случай. Так, и, ну нормально, ладно, терпимо. 30 патронов, давай их потратим, они бесполезные. А мне точно сюда надо? Точно. Ой, не нравится мне, ой, не нравится, ой, не люб... Ой, это новое оружие. Труборез. Бляха, тут оружие, типа, даются просто так, так нечестно. Я думал, я специально не буду покупать или делать новые оружия, чтобы на них не выпадали патроны. А и что получается теперь? У меня просто новое оружие. Спасибо большое. Ну давай его тоже попробуем, куда-нибудь поставим. Направо труборез. Вот сюда. О, есть. Так, насколько он силен? Это надо проверить. Лезвие трубореза. Нажми основной огонь. Выстрел лезвием. А в смысле? А разве я обычно не выстрел лезвием? А мне сюда? Нет, мне туда. А тут что? Ванная комната. Ванные надо всегда проверять, обязательно. Письма приходят только в туалет обычно. Ага. Ёх твою налево. Оу. Найс. Не, в туалет надо всегда заходить, по-любому. Ударился об раковину. Так, а тут особо никуда и не пройдешь, да, наверное? Или? Ты живой? Слушай, был похож на живого. Как живой, но, сука, не живой. Верстак. Ёб твою налево. А, слушай, нихуя себе. Так это ж полезно. Слушай, это достаточно полезно, однако. Труборез. Я почему-то его себе совсем по-другому представляю. Может, его переделали? Мастер-ключ для сундука? Серьезно? Так, но мне же не сюда. Очевидно, не сюда. А что тут у нас? Комната калибровки. Ну, возможно, я туда схожу. Скорее всего. Сейчас пойдем посмотрим. Так, ничего нового не открылось. И нет у меня модулей, и нет у них... А, надо было в магазине купить, точно. Ой, слушай, у него как удобно. Ты посмотри, у него всего тремя узлами можно три урона сразу прокачать. Ой, два урона прокачать. Нормально, нормально. Но все равно у плазменного резака, конечно, урон самый классный. Три узла мне нужно, чтобы пройти, дойти до вот этого. А потом еще что-то будет, что откроет верхний отсек и нижний отсек еще. Я хочу плазменный резак прокачивать по полной. Это самое лучшее оружие все равно. Так, давай мы, конечно, с собой возьмем. Вот так вот перезаряжается быстро и удобно, ничего себе. Так, ну у меня еще есть, слушай. Ладно, у нас патронов от этого очень мало. Их, в принципе, нет, они не занимают никак инвентарь. Значит, что? Ничего, будем использовать плазменный резак, потому что от него больше всего патронов, и их надо реализовывать как-то. Это что такое? А, ебать, господи. Золотой проводник. И модуль. А, кредиты. Так, мне обязательно тебя слушать вообще-то, честно говоря? Николь! Что ты делаешь? А, она уже трогает, слушай, мужичка такого, нестандартного. Нормал. Всего-то. Взаимодействует с мертвыми
Ага. Поглощает, комбинируется, рекомбинируется, затем реанимируется. Ага, то есть они от жижи. Короче, как укус зомби, да, по сути. Попадает жижа из этого некроморфа, становишься сам некроморфом. Обелиска. Николь, ты как долго на самом деле повествуешь, а? Обелиск. Да исчез. Ты на самом деле сейчас его и вскрываешь. Все, вы закончили? А, нет, это Дэвид. Дэвид! Нет! Все мы знаем Дэвида. Конец? Конец. Спасибо, что сказала. А, погоди, это и надо было? Нет. А, стопули, я случайно сделал... Я случайно выполнил сайд-квест, что ли? Так, двигатель, центрифуга. Вот, побоище, найди убежище Кайна на рудной палубе. Отлично. Рудную палубу найдем. Точно, я же перебрался в новую местность, а тут могла быть что-то новое. Так, погоди, теперь нам сюда надо? Или мы обратно идем? Или мы куда идем? А, мы идем сюда, да. Все правильно. Зигота, блядь. Ты куда? Давай махаться. Дай патроны, мужик. Не дает. А мне за ней, конечно. Нет. Слушай, а я хочу пойти за ней. А я не могу. Но зато я могу найти мод... Нет, лезвие трубореза. Слушай, меня наебывают. Оказывается, тут можно найти не только модули. Узлы, точнее. Так, второго уровня у меня до сих пор нет, если что. Так, это что такое? Это нельзя взаимодействовать. Так, мне кажется, эта мразь где-то очень поблизости, и я не особо хочу бегать, потому что она по-любому на меня выпрыгнет! Слушай, у меня плазменный резак стал сильнее или что? Я не знаю, это слабенький был некроморф, но у него двух выстрелов отвалилась ножка. Типа, это очень приятно. Ой. О. А, погоди. А, это я могу. Стой, ну-ка. Ну, допустим, придвинуть-то я ее могу, а дальше что? А, мы просто поедем дальше и все. Понятно. Так, а тут что-то было? Слушай, можно наверх подняться, мне интересно. Как темно! Шо пиздец? Наверняка я зря это делаю, но, блин, так хочется. Ага. Давай плохим оружием. Найс! Слушай, это что-то интересное. А это что? Просто закрыто. О, я хилку заюзал, господи, бля, у меня же была не пол... А, если полная, он не дает заюзать. Все, тогда без проблем, мы просто освободили инвентарь. Никакой паники, все под контролем. Что здесь? Зачем я сюда пришел? Тут магазин, как минимум. Я могу продать проводник. Зачем я сюда пришел? Я вот всегда люблю в какую-нибудь жопу залезть. Блин, надо научиться садить... Это лифт? Я еще и уехать могу. До свидания, здрасте. Так, магазин это хорошо. Сохранение это тоже хорошо. Но давай мы этим и воспользуемся. О, погоди, я ж могу новый костюм, наверное, надеть, правильно? Так, новый предмет доступен, труборез. Труборез. Вот это очень хорошо, но я не могу. А, погоди, что это? А, улучшение трубореза. Ах, труборез. Это значит не патроны от трубореза, а его это... Понятно. Так, полупроводник продаем. Отлично. А вот жаль, что я не могу вот пушку прокачать. Пушку. Она бесполезная. Давай отправим ее в инвентарь. Хранилище. Инвентарь и так было. Так, костюм. Давай возьмем новый. Да. А вы думали, лучше уже не будет? Будет. Давай, бро. Кем ты выйдешь оттуда теперь? Терминатором, киборгом, убийцей. 100%. У некроморфов больше нет шансов.
О, нормально, нормально. Полосочек на шлеме уменьшилось, но зато целостность увеличилась. И теперь, таким образом, у нас еще и увеличился инвентарь до 18 слотов. И увеличилась броня на 5%. Это просто вау, а не улучшение. Просто вау. Так. Традиционный X. А какой из них надет? Экипировать. Этот надет? Нет. А какой надет-то? А их продать нельзя? Что они делают? На долгие годы верной службы. Этот вообще костюм первого уровня. Просто. Явно тот, который у меня сейчас, он лучше, правда? По-любому. Так, что еще можно купить? За 2000 мог бы купить хпшечку, но надо ли мне? Бля, с таким инвентарем, почему бы и нет? Давай возьмем. Может быть так, что мы останемся раз на раз там в рукопашную, и мне хпшки как раз не хватит, и это будет очень печально. Так, отлично, в новом костюме идем сохранимся по старинке. По старинке сохранимся. Это верстак слева или дверь? Далеко я уже ушел, кстати, от этой экстренной сохраняшки, так что, наверное, все-таки уже смысла нет ее хранить. Так, валим отсюда. Валим, валим, валим. Так, в итоге, что у меня получается? У меня оружие теперь не на том месте. Давай поменяем. Так, переместить вот сюда. Да, две хпшки, нормальное оружие от этого и нормально от этого. Найс, найс. Мне кажется, когда один на один, лучше использовать резак. А когда их идет целая толпа, наверное, лучше использовать вот эту пилу. Буду называть ее пила. Потому что, скорее всего, она будет бить их АОЕ. Типа, ну, по области, да? Так, куда мне надо? Направо. Погоди, а как я сюда попал? А это налево. А я уже ходил налево, да? Или нет? А, да, вот сюда мне надо. Нет? Погоди, куда мне надо? А, все правильно. Поехали. Какая-нибудь ебака сядет на провода, по-любому. Броня классная. Хорошая, нормальная. Вполне. За свои деньги просто топчик. Топ за свои деньги. Опс, что происходит? Тряхануло мальца, но ничего, нормально. Кстати, стазис у меня, по-моему, один-то есть. Правильно? Один сегмент есть. О! Блять, они встречают меня. Да в смысле? Что с вами не так? Да они меня сейчас заплюют. Они заплевали меня до смерти. Вы прикалываетесь? И что мне было делать? Погоди, а насколько далеко я могу стазисом стрелять? Блин, надо было стазисом стрельнуть как раз, у меня же один заряд был. Блин, просто я не ожидал, что они так долго будут в меня пулять. То есть это какие-то сильные ублюдки были. С ними так-то и не подружишь нормально. Ладно, погнали еще раз. Блин, придется ехать долго, ну ладно, ничего страшного. Я очень поздно их вижу, честно говоря. О, этот вообще решил отъехать побыстрее. Найс. Бежим, бежим. Отойди, отойди, мразь. Отойди, мразь. Да что ты за сука-то такая? Да я тебя вручную. Слушай, да я его вручную, считай. Разве нет? Кредиты есть. Все, в этот раз... Слушай, а резак действительно стал... А! Посильнее. Какой-то слишком радушный прием, мне кажется. Я только вышел, блядь, с этого мостика. Сразу на меня пошли в атаку 15 миллионов мразей. Так, ладно, мы живы. Мы живы, это главное. Что у нас по... Блядь, тут бомба была. Ладно, сам лоханулся. По патронам у нас все плохо, честно говоря. У нас все плохо. Ой, а почему ты опять здесь? Я ж тебя переложил на другое, не? Ну. Во. Так, нормально, ладно. Куда мне надо? Прямо. А мы пойдем сюда. Отсюда тоже мра... Ага, 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 ага. Вот как не идти? Вот как идти сразу по заданию, а?
Можно столько всего пропустить. Аудиожурнал, например. Ключ-карта от топливной станции. Интересно. Как прикольно в этой игре расположены сохраняшки, честно говоря. Да, как я и говорил, против одиночных целей лучше использовать плазменный резак. Ну и если цели далеко. Сука, вентиляцию ушел, а? Гнида такая. Да, сохранение просто рядом с врагами. Прямо рядом с врагами, а? Как тебе такое, Илон Маск? Кайф, по-моему. Что это такое? Это какая-то мразь. А, погоди, это два пути, и они ведут в одно и то же место, разве нет? Это модуль? Сука, узел. Даже не узел, и не модуль. Это что такое? А, ключ от коптопливной Серьезно? Лезвие. О, чуть не пропустил. Уебашить надо хорошенько. Так, теперь нам надо обратно, правильно? А, нет, нам надо вперед, говорит. Ладно, давай сохранимся. Пока все окей. Типа не вижу никаких проблем. Разве что, может, запись не идет. Если я запись не поставил, вот это будет очень обидно. Так, надо проверить, ща. Не, все отлично. Да, естественно, естественно, все по кайфу. Естественно, все отлично. Так, нет питания. И чё? А нахуя я сюда пришел? Ну-ка, уеби. Нет, не этим, вот этим. Бау. Конечно, нет. Нужен был где-то ключ от топливной хреноборы. Погоди, а вот на карте я разве не могу установить? Заправьте двигатели юг. А задание? Вот. Найдите... Что это? А это где? Ага. Слушай. Господи, ты нормально? О! А, вот, от топливного. И? О! Открыл? Открыл! Что это? Что это? Лезвие. Так, что она говорит? Я ничего не понял. Узел? Узел, наконец-то! Вот узлы, очень редкая хрень. Так, что тут? Свет, жизнеобеспечение, южная заправочная станция. Может, лучше без... Ну, хотя бы со светом. Не? Мне кажется, так лучше. Так, куда теперь? Смотри, тут есть О2. Очень удобно. А, погоди, мне куда? На ту сторону? Да ебать, пока я доеду, я, блядь, трижды сдохну. Бля, это очень печально. Так, погоди, это он мне показывает какое задание вообще? Куда? Вот если я это вырублю, он мне куда будет показывать? Все еще туда. Погоди, это другое задание какое-то. Отвечаю. Это другое задание. Наверное. Правильно? Центрифугу. Но это все основные задания. Наверное, надо было сначала заправить все-таки двигатель. Почему опять это происходит? Все очень плохо. Все. А, кстати, с этой стороны тоже было два, поэтому я мог бы и приехать. Просто звуки, я слышу мерзкие звуки. Так, наконец-то. Куда-то мы приехали. Ебать. Так, где? А я там разве чего-то не сделал? В смысле? Куда это? Прямо, что ли? А, нет, вот сюда.
А, в лифт как раз таки. Ну ладно. Я, наверное, зря это делаю, да? Вот очень зря я это делаю. Наверняка мне сюда и так надо было бы прийти, просто я зря трачу время теперь, да? Наверное. Кстати, вот теперь статиса у меня нет вообще. 100%. И лифты тут долгие, честно говоря. Лады, куда приехали? Тут что-то есть, однако. А налево я могу теперь войти? Ну, типа, точнее, я там не был? Ха! Нет, среднюю аптечку я бы точно не упустил. Я разъебал вентиляцию, если что, ребят. Сорямба. Так, валим. Отлично, средняя аптечка, это просто невероятно. Так, сюда. Куда, сюда, что ли? А, туда, дальше. Это очень неприятно. Тут есть вентиляция? Конечно, тут есть вентиляция. Кто-то тут есть. А, мелкий. Бля, мелкая пиздюшня, ты чё? Где он? Да ты заебал. Вот ты, сука, ты мелкая, а. Столько хпшек мне потратил. Еще пиздюшня. Найс. Тихо, тихо, тихо. Сука, этот пиздюк почти две полоски. А? Бля, это уже взрослый десант. Кто-то еще? Кто-то еще? Ах ты, сука! Я тебя порежу, слышишь? Кебаб, блядь. О, я ему бошку снес, мне кажется. Все? Все. Найс. Слушай, хлеборезка нормальная штука на самом деле. Ой, я, честно говоря, думал, я тут не выживу. Лады, дальше. О, схема. Какая-то схема. Схема средней аптечки. Вау. Плазменная, хорошо. Слушай, я уже не жалею, что сюда пришел, честно говоря. Уже не жалею, что пришел сюда. Куда мне обратно, если что. Но так интересно. Что-то просто лежит. Смотри-ка, какая прелесть. А вот это вот не очень прелестно. Но если тут узел, то я готов потерпеть. Ха-ха-ха. Блядь, не, никогда нельзя идти сразу на задание. Никак. Дети бесхозные. Так, бесхозный ребенок. Найс. Дайте мне 6 патронов, я буду очень рад. Кто-то за мной идет или что? У меня столько лезвий, слушай, до жопы. Больше, чем этого. Давай мы будем лезвие использовать теперь. Какое-то время хотя бы. Так. Неприятное местечко. Журнал. Икс не отвечает, стенограмма. Денверс Темпл, молодец. Это что такое? И что, отсюда никто даже не вылезет? Чтоб покарать меня? Ладно. Нормально, нормально. Сохраняшка. Слушай, внезапно. Ладно, что-то это мне не очень нравится, но... Ладно. Судя по всему, все нормально. Ёбана. Мне сказали, можно не тратить патроны, и можно просто ломать. Вот так вот. Центрифуга отключена, подключите центрифуга. Где это? Как?
Как мне ее активировать? А, слушай, похоже на что-то магнитное, да? Кого? О, здорово, ебать. Да я тебя порежу в невесомости, брат. Ну ты чё? Я думаю, два должно хватить. Да? Да? Вполне. Бери. Отлично. А это что выпало? А, это, наверное, моя обойма, да? Так, ну смотри. Встань-ка ровно. Что это такое? Это О2. Меня не очень радует то, что тут есть О2. Так, вот, смотри. Ага. Ее надо вставить. Что-нибудь случилось? Или мне надо было держать? Что-то она ее не хочет. Нет, она только вперед-назад, да, едет? Слушай, а интересно, в смысле? Стазис батарея, между прочим. Очень полезная хреновина. Так, давай попробуем другую тогда. А что тебе надо? Может, ее надо, типа, замедлить? Но тут нигде нет стазис зарядки. Чтобы я смог это сделать. Что это такое? Это кислород, правильно? Да. Так. Нигде не вижу стазиса. О, вижу коробку. Найс. Так, ладно, я сейчас полетаю, поизучаю, потом посмотрим. Я нашел все-таки зарядку стазиса, поэтому... Может, его надо подзамедлить, тогда он встанет. Во, ну логично, элементарно, естественно, я так и думал. Просто у меня не было возможности это проверить. Ах ты, сука такая, а? Где он? Вот и мразь, конечно. Слушай, он сигает туда-сюда, да? О, братиш, вот теперь ты хорошо встал. В смысле? Я думал, пока его режу, он не может меня бить. Оказывается, может. Очень даже. I believe I can... Хорошо, он меня поймал, на самом деле. Хорошо, прикольно. Ладно, ладно. Ничего страшного. И вторая штуковина. По-любому сейчас опять появится зигота какая-нибудь. В смысле? Я же замедлил. Разве нет? Ну-ка, стой. О, теперь точно замедлил. Давай-ка. А ну-ка, давай-ка, вернемся туда, где есть стазис. Так, куда? Активируйте центрифугу. Как-то ее еще надо активировать. Так. Может, консоль все-таки какая-нибудь? Нет? Нет. Ладно, понял. Так, он говорит, какая-то... Вот, тут эти были поршни, а теперь какая-то ручка. Что с ней не так? Питание включено, активировать консоль. Как активировать консоль? Куда? Да, отлично, пошли искать дальше. О, погоди, нашел панель, стой, ну-ка садись. Молодец, смотри-ка, активировать, это именно то, что мне надо, конечно. Так, лифт не работает, но мне ничего и не нужно. Давай, активируй.
Найс, найс, наконец-то. Ой-ой-ой, ну это было очевидно, что... будет вакуум. Куда бежать-то? У меня, честно говоря, запаса кислорода всего на минутку, может чуть больше, так что... Вау, в смысле? Еба, вы прикалываетесь нахрен. Ой, ты чё, ты ебанат? Сука, его сейчас снесет к хуям. Ебанидзе. Ой, блядь, ну... жадность меня сгубит сейчас. Я не могу активировать. А. Валим, валим, валим. Хоть бы в следующем было... был воздух. Если не будет воздуха, я умру. А! Тихо, ну-ка. Ща переебу тебя, сука. Иди нахрен. О, ща его собьет. Или нет? Да я тебя собьет, ну. Блядь, не сбило. О, ладно, минус чел. Так, ладно, тут есть это. Ага, его расхреначило все-таки. Маленькая аптечка, хорошо. Я, кстати, думал, что у меня плазменный рюкзак в руках. Надо стрелять этими лезвиями. Мне кажется, от этого больше толка будет. Так, куда мне, наверх? Наверх. А, блин, а дальше наверняка что-то интересное еще есть, да? Сука. Сука, так хочется пойти посмотреть. А, наверное, нет, наверное, нет. Наверное, ничего там нет. Наверное, зря я туда бегу. Да, да, конечно, конечно, зря. Я ж тут летал и все изучил. Господи, дурак. Валим нахрен отсюда. Ща чихну. Бляха. Хоть бы кислорода хватило. Ладно, если мы едем наверх, там по-любому должен быть кислород. 100%. Так. Блять, это стазис. А! Хуйня из-под коня. Ну-ка, не трогай меня. Сейчас сломается лезвие. А, все, победа. Ёпты, а куда бежать-то? Сюда, что ли? Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Закрывай, закрывай, закрывай. Так просто закрывается быстрее, наверное. Мне так кажется. Или я себе так навоображал. Но ничего, все равно нормально. Так, ну, я думаю, мы можем еще чуть-чуть побежать. До следующего сохранения буквально. Ебанись. Ты чё? Алло, алоха. Я не могу стрелять. Это бессмысленно. Я помню, кстати, эту херню. Чё-то она не режется нихуя. Кстати, а разве не режется, нет? Нет, судя по всему, не режется. Так, неведомая зверюшка. Ладно, надо было все-таки останавливаться сейчас, да? Видимо, да. Ну, блин, это все еще третья глава. Не, давайте, давайте, ладно, посмотрим. Посмотрим, что после него. Наверняка после такой херни тоже будет сохранение, так что без проблем. А я целиться-то могу? Я не вижу. Я не вижу, если что. Я не могу целиться. Я не могу целиться нормально. Быстрее! Быстрее, быстрее. Айзек, Айзек, нас сейчас, если что, сожрут. О! О, господи, у меня аж соплюшки побежали от чихания. Все, победа, победа. Ну-ка, убей, убей. Нихуя не дал даже. Ни хрена себе, я столько патронов на тебя потратил. Ой, аж нос зачесался теперь. Все, все в одном сразу теперь. Так, ящик, давай. Хорошо. Но сохранения нету. Так, а мне туда как раз-таки, да? А я туда... Тут есть что-то? Нет. А я туда не хочу, я хочу дальше. Сколько патронов? 12. О, погоди, я же здесь был. Более того, я здесь даже лутал.
Да ебать, ты от... За что? Я даже ничего не брал. Хули ты появился? Блять, там сзади еще одна хуйня, да? Иди, сука, сюда, у меня трубаре... Ладно. ГГ. Слушай, двух лезвий хватает 100%, чтобы убить почти любую хрень. Давай похилимся, хрен ли. Да еще одну. И это... Бляха, я был уверен, что у меня больше нет. Что это такое? Кислородный баллон. Мгновенно пополняет запас кислорода до максимума. Слушай, полезная хренобора, однако. Погоди, по умолчанию. Во, отлично. Так. 11 патронов. Какой кошмар. Какой кошмар. Это очень плохо. Это катастрофически плохо. Я продам сейчас все патроны и все, что у меня есть. И куплю для плазменного резака. Бляха. А, погоди, мы тут уже были. Там верстак. Кстати. Вот он. Что за крики оры? Страшно слишком. Мрази. Так, я это могу открыть? О, могу журнал взять. Сумка. Сумка хотела. Уйди! Сука! Да в смысле? Да у меня нет ХП больше, вы нормальные? Пиздалище. Спасибо, блядь. О, суки тупые, а. ХПшку, ну пожалуй, блядь, лезвие трубореза. Ладно, верстак, сюда хотя бы можно что-то положить, по-моему. Нет? Нет? Костюм... А, костюм... схема обновлена костюма. А, вот как обновляется схема костюма. Все, я понял. Так, не хочу костюм пока прокачивать. Все, таки. Труборез, конечно, неплохо, но резак. Резак меня интересует больше всего. Идем по ходу. Дальше. Найс. И нужен еще один узел буквально. Еще один вонючий узел. И все будет очень хорошо. Мне надо... А, у меня денег нет. Особо, да, наверное? Сюда. Тут наверху что-то лежит. Эй! Кредит. Ага! Вы думали, я это пропущу? Я не пропускаю. Наверх, поехали. Музычку бы какую-нибудь в лифт поставить. Вот, было бы неплохо, да. Да тут панель такая прикольная. Но я же ее не вижу. Мне, наверное, шлем должен мешать смотреть вниз. Что-то мы очень долго едем. А, мы едем обратно. Слушай, это хорошо. Это мы сделали какое-то задание. Да, теперь у нас остались только двигатели. Найс, найс. Тут мы и были, на самом деле. Туда дальше. Есть сохранение? Есть сохранение. Тут должен быть и магазин. Есть и магазин. Все здесь есть. Все. Так, мне больше никуда не надо. Дайте я в магазинчик схожу. Так, добавлена схема, да, 5000, сука, стоит, ни хрена себе, честно говоря. Так, патроны Б, патроны Б. Так, можно продать, продать. Хорошо. Жаль, костюмы нельзя продавать. Типа, почему? И оружие нельзя продать. Давай возьмем в инвентарь, пусть он будет всегда со мной. Купить мне надо штуки, на которые денег у меня нет. Для плазменного резака. Так, для импульсной винтовки точно нет, для трубореза точно нет. Вот для плазменного резака точно нужно. Но пока у меня ничего подобного нет, поэтому мы купим патроны, которые мне настолько важны. 30 патронов, нормально, нормально, живем. Живем, брат. Так. На. Ну, подживаем чуть-чуть, я бы сказал. Нормально, нормально, лучше, чем было. Так, давай, сохранимся. Куда нам дальше? Туда. Хорошо. Ну, это мы уже посолим заправлять двигатели. Будем уже в следующий раз. Судя по всему, эту зиготу с клешней мы еще увидим по-любому. Это будет, наверное, босс, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Ну ладно, это все в любом случае уже в будущем.
Спасибо большое, друзья, что досмотрели ролик до конца. Плейлист с Dead Space в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока. From my mind.